современная духовная песня. Самым ярким представителем ее, я говорю сейчас о современной духовной песне, рожденной не только многочисленными чадами православной церкви, но прежде всего рожденные нашими священниками. И, как вы согласитесь со мной, первый из них – иеромонах Роман. Мы уже знакомы с ним, общаемся, постоянно общаемся. Он уже знает, что мы, хор Александра Невской лавры, поет его песни. Одну из них мы вам покажем. Это очень известная песня его, давно очень им написанная. «Колокольный звон».